Когда началась война, мы бегали в бомбоубежище и прятались с маленьким ребенком. Изменилось оно в плане того, то, что страх остался, и я осознала, что такое на самом деле большой-большой страх за семью и за себя. Я не работала, потому что я родила, в январе, а началась война в феврале. Я живу пока что не в оккупированных территориях и надеюсь, этого не будет. Ребенка зовут Вероника, и ей 7 месяцев. Никакие, в принципе, выплаты не получаю на данный момент, кроме 860 гривен. Оформила я мать-одиночку только сейчас, пока еще не получила ее. Червоний Хрест надходить до нас, але дуже тяжко. Живу в квартирі маминої. Найбільша потреба у мене в комунальних услугах та продуктовому наборі. Вижу я Україну незалежно, і головне, щоб люди були живі, і всі були здорові і щасливі. І боюсь більше всього, що з ним може таке случиться.